Сибирская ассоциация архитекторов и дизайнеров начала свою работу. В этом году Новосибирск стал столицей российского дизайна, но до сих пор профессионального объединения у представителей отрасли в нашем регионе не было. Не все предприниматели там владеют правовыми моментами, потому что дизайнеры, они преимущественно творческие люди, и для них вот там соблюдение формальности, они не ставят это на первый план, поэтому как раз таки это будет одна из основных миссий данной организации, транслирует то, что происходит в сфере бизнеса в Новосибирске, в Новосибирской области и в нашей стране. Создать ассоциацию, объединяющую представителей этих творческих профессий, решили только в середине августа. Сейчас уже есть план работы до конца года. Организация будет помогать дизайнерам рекомендациями и консультациями в разных направлениях. Не успев начать работу, ассоциация стала международной. В оргкомитет поступили заявки не только из Новосибирска и регионов Сибири, но и из Белоруссии.